Расследовать дела по Майдану тоже не спешат. Главный военный прокурор Анатолий Матиос в проволочках обвиняет главу департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка. На своей странице в Фейсбуке он разместил пост под названием «Что нюхает господин Горбатюк?», не уточняя, впрочем, что он под этим подразумевает. Матиос утверждает, что вся деятельность Горбатюка – это трехлетний пиар на крови и постоянный слив материалов уголовных дел. По мнению Матиоса, именно Горбатюк завалил работу, потому что работать он, опять же, по его мнению, не способен. Сам Горбатюк такие обвинения в свой адрес пока не комментировал.